Хочу поздравить бойца клуба Fight Pro Никиту Солонина. Никита, все, поздравляю. Очень был быстрый нокаут, хотя сложно назвать это нокаутом. Твой соперник после этого сразу побежал к судейскому столу обжаловать вердикт этого поединка. Скажи, если М1 предложит вам реванш, например, согласишься или нет? Да, безусловно, что я всегда готов подраться, почему бы и нет. Но если он думает, что с Нейли рано, то почему он поплыл и потерял, где его раздевалка? Я думаю, что остановили нормально. В принципе, если бы еще секунд 10, я бы также бил бы его сверху. Ничего бы не изменилось, я считаю. Вот. Расскажи пару слов о своей подготовке. Я знаю, что ты снимаешь видеоблог какой-то, да, с Артем Тарасом там вместе. Расскажи про это. У меня есть свой канал, Solo Day называется, вот. Подготовка проходила начальная в клубе «Север» с Виктором Чернецким. Большая благодарность ему. Вот. А далее проходила подготовка в клубе ACB, вот, где и закончил подготовку к этому бою. Это твой второй бой в М1 и вторая победа? Первый бой в М1. Первый был Fight Night. Первый был Fight Night, и вот первый еще раз в М1. Расскажи тогда, да, что дальше? С кем собираешься контракт подписывать, или это просто разовый бой, разовый контракт? Если М1 предложит контракт, то я соглашусь. Почему бы и нет? Быть на контракте всегда приятнее, чем просто получать одноразовые бои. Вот. И также хочу сказать, приходите в клуб Fight Pro, ко мне в группу, записывайтесь, будем становиться чемпионами. И последний вопрос. Ты никаких травм не получил, по-моему, даже удара ни одного не получил за этот бой, когда... Два лоу-кика я получил, ну, ерунда это. Когда собираешься вернуться в рейдж, там, в октагон, в клетку? Да, планирую либо в апреле, в конце. Ну, хотелось бы, конечно, в апреле, в мае, перед летом. Еще раз спасибо, поздравляю с победой. Спасибо. Смотрите Вестник ММА, подписывайтесь на канал. Мы не спрашиваем про план на бой. И на мой. Ставь лайк и подписывайся на канал. У нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.